Этой ночью с центрального пляжа и пляжа в районе речки Анапки предприятием УПАКО было вывезено более 20 кубических метров водорослей. На этот раз с небольшим выбросом комки справились силами 2 единиц техники. На ликвидацию более массовых явлений привлекают до 10 единиц. После уборки береговой линии песок просеивают, баранают и рыхлят, чтобы рано утром первые отдыхающие зашли на чистый и ухоженный пляж. Всего в Анапе 132 пляжные территории. Из них 27 детских, 12 пляжей общего пользования, остальные закреплены за здравницами, пансионатами и домами отдыха, которые обязаны содержать свои участки в порядке, оперативно ликвидировать не только бытовой, но и природный мусор. Сейчас как раз идет настройка на, скажем, на тот самый для нас ответственный период, когда будет идти массовый, это именно выброс водорослей, кладов рыбродячих. Руководители предприятия, их более 78, но как бы в режиме совещания оповещены о том, что вот это, ну, как говорится, горячая пора наша начинается. Служба у нас все во всеоружии. И после 25 июля мы ждем прибытия сюда, в Анапу. Это оборудование, это Улан-Зет называется. Это то оборудование, которое будет собирать комку из, именно из толщи воды. Поэтому надеемся, что приобретение городом нового оборудования значительно уменьшит негативное влияние и негативные факторы, те, которые оказывают выбросы комки.